Из-за обильного снегопада ситуация на дорогах Бурятии была сложной. Так, примерно в 6 утра на федеральной трассе Байкал столкнулись две фуры. ДТП произошло перед заправкой в селе Татаурово. Из-за аварии частично перекрыли дорогу. Травмы получил один из водителей большегрузов. Еще одно ДТП произошло в 7 утра на Заиграевском тракте. Лихач без прав решился на рискованный обгон. Предварительно при совершении маневра обгон совершил столкновение со встречной автомашиной Toyota Corona Premium, после чего автомашина Toyota Progress совершает касательное столкновение с автомобилем Toyota Fun Cargo, которое следует в попутном направлении. В результате водитель и несовершеннолетний пассажир Toyota Corona Premium госпитализированы. Точную причину аварии установят позже. В Улан-Удэ ситуация с ДТП оказалась спокойнее. Подсыпать дороги, по сообщениям коммунальщиков, начали с 4 утра. С 8 утра 16 ДТП, из них 9 аварий было оформлено. Другие аварии либо оформились через ГИБДД, либо договорились между собой. А в целом, вот как оцениваешь подсыпку дорог в городе? В принципе, очень неплохо. В 9 часов уже был подсыпан весь центр, кварталы и ПВЗ. При этом аварийный комиссар отметил, что сегодня до обеда аварий было на 30% больше, нежели в обычные дни. В воскресенье утром в Улан-Удэ на пожаре погиб человек. Загорелся частный дом в микрорайоне Стеклозавод. К моменту прибытия спасателей огонь полностью охватил здание. Внутри они обнаружили мертвого мужчину. Причина пожара пока не установлена. На месте работает дознаватель МЧС. Неизвестный стрелок в Гусиноозерске выбил боковое стекло припаркованного автомобиля. Инцидент произошел еще 7 марта, но видео в социальных сетях появилось только сегодня. При этом в МВД отметили, заявление после ситуации не поступало. Пострадавшим рекомендуют обратиться в полицию. Закончим темой краж. В Улан-Удэ задержали карманника. Он вытаскивал телефоны у людей в автобусах. Полицейские установили два случая. По версии следствия, в середине января мужчина заметил дорогой телефон у женщины на остановке, зашел вслед за ней в набитую маршрутку, вытащил телефон за 126 тысяч рублей и успел его сбыть. В начале марта по аналогичной схеме он вытащил еще один телефон за 37 тысяч. Его изъяли полицейские. Отметим, задержанный неоднократно судим за кражи. Следствие продолжается.